начинает меняться, кардинально меняться, что здесь пришли руководители, которые хотят что-то поменять. Зал-то шикарный, зал-то не провинциальный. Я не считаю, что у нас вообще существует такая вещь, как провинция. Вот это вот мнение, такую терминологию надо просто сживать каленым железом. То есть, нужно считать себя самодостаточным регионом, все. Больше других вариантов не может быть. Как вот в Америке, там же нет. Там каждый регион сам по себе самодостаточен. У каждого есть свой флаг. И мы не лучше, не хуже, мы просто мы. Вот, мне кажется, такое отношение к себе, оно правильное.